Откуда ты, коронавирус? ВОЗ согласовала с Китаем совместное расследование происхождения коронавируса. Первая группа исследователей вернулась из Уханя и подготовила программу для дальнейшего изучения источника COVID. Впервые китайские власти заявили о вспышке коронавирусной инфекции в городе Ухань в декабре 2019 года. Однако теперь специалисты ВОЗ не исключают, что вирус могли завести в Ухань извне. После вспышки в стране атипичной пневмонии в 2003 году в Китай внедрили особую систему выявления опасных штаммов. Именно с ее помощью китайские специалисты смогли распознать угрозу первыми в мире. В Ухане существовала система выявления очагов атипичной пневмонии, поэтому то, что они первыми забили тревогу, не означает, что именно там вирус впервые перешел от животного к человеку. Чтобы замедлить распространение COVID и призвать людей соблюдать правила безопасности, ВОЗ предложили запустить флешмоб в социальных сетях. Суть челленджа – сделать селфи в маске и разместить в сети. Первыми акцию поддержали сами сотрудники Всемирной организации здравоохранения. Как главный инструмент борьбы с вирусом, маска стала символом солидарности. Мы хотим вдохновить каждого сыграть свою роль в разрыве цепочки передачи. Проявите солидарность в соблюдении правил безопасности и носите маски. На сегодняшний день лидерство в мире по числу зараженных по-прежнему принадлежит США. Там количество заболевших перевалило за 4 миллиона 700 тысяч. При этом COVID унес жизни более 155 тысяч человек. Лидируют в печальном списке самые густонаселенные штаты страны – Калифорния, Флорида, Техас и Нью-Йорк. На втором месте среди стран – Бразилия. Там выявлено 2 миллиона 750 тысяч зараженных. Умерли 94 тысячи 700 человек. И замыкает тройку Индия с почти 2 миллионами инфицированных и 39 тысячами летальных исходов. Ирина Евгеньева, Елена Меньшова, Информбюро.